вот опыт вам каким показался? Ну, тоже своего рода полезно, подготовка к информации. То есть, помимо той отрасли, которой я профессионально как бы, занимаюсь, то есть параллельная отрасль, как бы изучить было, тоже интересно. А на что вы сделали упор в своей программе? Ну, упор большей части как бы на все-таки на улучшение экологии, дороги, благоустройства. То есть то, с чем вам приходится сталкиваться, ну, да? Да, с чем я более знаком, в дальнейшем вот, возможно скорректируется. А вот ощущения какие, как я не знаю, как на экзамене там? Да. Да? Да. А любите экзамен? Нет. А какой вам вопрос задали, какой-то, на который вы не смогли ответить? Да нет, наверное, все ответил. А вы программу сами делали? Ну, по большей степени, да. Самый запоминающийся вопрос от членов комиссии. Переволновался, не помню. А перспектива вашей должности остаетесь или другой поприще пойдете? Нет, конечно. Ну, хотелось бы. Не знаю, иной раз нет. А вы себя мэром вообще видите? Провокационный вопрос, так я не готов на него отвечать. Ну так если вы пошли, а вдруг возьмут и выберут? Вдруг, тогда и будем. По мере поступления проблем? Да. Как проблем?